Это очень тяжело в одном человеке показать две грани, то есть одна жесткая сила получается такая спортивная, да, и вторая грань это вот тонкая, творческая, да, получается, его поэтизм, да. Это очень тяжело показать в одном человеке. Если это был бы просто борец про борца, я бы делал бы просто чисто экшн-фильм, наверное, скорее всего. Такой смотрибельный для молодежи, чтобы была там, скажем так, идея физической культуры, идея правильного образа жизни, да, здоровый образ жизни. То есть это. Если бы он был бы просто поэт, если бы он был бы не только борец, но только если был бы поэт, он, наверное, я бы сделал бы про поэта, да. Это был бы лирический фильм какой-нибудь. Но когда в одном человеке не только поэтизм и спорт, плюс к этому еще есть любовь к земле, к народу, к родине, да, патриотизм его, это очень сложно. Это очень сложно это все передать. Я думаю, что для нашей молодежи, да, это очень нужно сейчас. Определенно надо направление дать для молодежи, чтобы понимали, ценили, уважали эту землю, этот народ, чтобы они знали, откуда все это идет, какие жертвы были для этого сделаны. Вот основная идея наша вот, – создать такой вот патриотический фильм.